А в Саратовской православной духовной семинарии прошел круглый стол, посвященный итогам межрегионального образовательного проекта «Молодежь. Общество. Будущее». Состоялось награждение победителей конкурса, прошедшего в рамках проекта. В актовом зале собрались организаторы проекта, участники и преподаватели летней школы, которая проходила в августе этого года в городе Алушта на Крымском полуострове. За 10 дней ее участники не только отдохнули на Черноморском побережье, но и получили новые знания по всем четырем направлениям проекта – обществознанию, культурологии, религиоведению и основам православной культуры. В результате этой долгой и насыщенной работы был накоплен богатый опыт, которым и поделились преподаватели летней школы. На сердце больше всего нужно обращать внимание. Нужно очистить этот источник жизни. Нужно зажечь в нем чистый пламень жизни. Так, чтобы он горел и не угасал, и давал направление всем мыслям, желаниям и стремлениям человека, всей его жизни. После выступления преподавателей прошла презентация фильма «Молодежь, которая строит будущее». Активное участие в создании фильма приняли сами ребята. В завершении мероприятия митрополит Саратовский Вольский Лонгин и ректор Саратовского национального исследовательского университета имени Чернышевского Алексей Николаевич Чумаченко наградили победителей и призеров конкурса дипломами, грамотами и ценными подарками.